Что? С друг с другом? Щит Готрил. Да. Типа битва за звание Best Казама СНГ. Вот. Челлендж. Плюс своего рода крещение тьмой из Андера. Сейчас, короче, будем выяснять отношения. Крещение водителя. У нас уже открылась новая рубрика FT10. Вот. Вы, может, видели недавно. Драма с сержантом играли. Вот, а сейчас вот. Дарк решил вызвать Зандера на FT10. И именно в таком порядке, не Зандер. Дарк, а Дарк Зандера. Так что должно быть достаточно интересно, хайпово и бест. Зандер уже говорит, что никто из нас двоих не бест Аска СНГ. Ну, это такой, типа, это... Сэндбэк, сэндбэк, сэндбэк. Майнгеймы пошли. Когда начнется, вы увидите. Он просто, типа, он хочет, чтобы я под... Что я не бест Казама, а он знает, что он бест Казама. Да. Чё себе формулировка? Ну. Изначально этого звания не... Вот так. Не имеет. Воу. Не имеют, наверное. Всё. Никто не имеет. Воу. Так что, слишком. Давайте соберитесь, ребятки, покажите. Да. У нас сейчас поимеют, кто победит, тот бест Казама. Да. Ой, это как... Казама комьюнити. Ну. Наложение Казама. Окей, okay, here we go. Так, ну какие у вас перед, не знаю, как это сказать, ощущения перед что вы ждете? Ох, я жду F2 сразу. Окей, в принципе, вариант, что вы можете оказаться. Ну я его сделаю первым, Майнгейм. То есть ты играешь грязно, да? Ну. Но я знаю, что он сразу накажет его F2 опять. Черт. И все. И потом ничего не сделать. Потом уже чисто на скиле. Да. Кто победит, тот лучше казан. Да. Сейчас должно быть все очень весело. Да, включено мы мачили для фьюжа. Я вас опять-таки напомню, что вы мне там помогаете с комментами. Там, вот. Вообще, чтобы я там один не породил. Так, окей. Окей, у нас... Не Олимпиаду взял, костюм. Да, у нас половинчик-то тут с этой стороны. Так, стринг понесся. Локаторы... Неплохое начало. Неплохое начало, пробил пол. Все. Фиксапы. Ну, конкретно, похоже, в КХ и... Полежашка от Зандера, это по классике. Питерская школа. Так. Не пойми, ничего не понятно, но тем не менее. Ну. Баунд! Нет. Что? Come on! Выход. Ну это было слишком низко. Да. Оп! Вот оно. Ну вот это уже да. Ближе к истине. Статы. Так, фейк. Оптимизированный комбо. Кстати, можно было бы тагнуться вообще. Ведьма. Еще? Нет. О. А как же миксап? Да что происходит? Он хочет заламывать, что через два? Да, так, я понимаю. Ты понял, сейчас задержу. Классик тут это, DB3, VS2 и потом... Ну, ответ на прессинг, конкан, почему бы нет. Неужели? Даже дилей сделал. Дарк слишком... Я держал R2. Ты слишком силен, потише. То есть тут уже видно, что слишком доминировано. Кэнсел, что это такое? Да. Окей. Топ, подготовка к разводке. Кондишн. Так, пойти. О! Вот это было неплохо, согласись. Адаптация. 1+2 и Black Cutter. Украсть траты. Странно, аджастмента не было. Поехали. Ну заметь, Зандер не пропускает. Второй от этого ПС. Зандер вообще ничего не пропускает. 4-3, как бы. Чувак дефенс. Ну. Так. Чё?
Так. Окей. Где Punish бы 3 от Зандера? Ну, он... Не было еще. Он говорит, что худший мув, что Launch Punish. Ну, он говорит, что можно наказать F2, но... Да, да, да. Но сложно. Сложно. Execution. Пока что не может. В офлайне бы. Телочки отвернулись друг от друга. Вот. Биф да. Да, да. Там, кстати, можно было, кто присматривал, можно было заметить, что ударка в запасе бластеры, там все, все серьезно. Если все пойдет не так, то... Я готовил. На помощь придут такие инструменты. Тренировался. Пока что, да. Пока что без особой борьбы Зандер... Чего-то Зандер это... Как это при этом здесь Казама? Так, его, похоже, деморалайз, можно его как-то взбодрить. Сейчас я ему напишу что-нибудь. Это бред просто. Типа. Ничего себе. Соберись, играй нормально. Все дела. Просто. Возьми две казамы. Он просто пикнул. На равных. Я будет. Ни разу не брал две казамы, я не умею. Не надо. Че там умеет? Хватит. Просто две возьмешь, там поиграешь. Ну сейчас возьму, ладно. Ну, да, не да. Стоит. Это 10 же. Ага. Надо шанс. По время для адаптации есть. Да, да. Ну. Короче. Он говорит, что к этому серьезно относиться не будет, это бред, называйте их своими именами, материться и, короче, очень расстроен. Короче, я не знаю, на самом деле, вот в чем проблема, потому что... Да, да, шутки шутками, а что такого? Типа... Ну... Я случайно взял Нину, все. Ну, не знаю. Больше не будет. Ты меня, например, всеми чарами убиваешь, ну что ж теперь-то, лол? Можешь моих взять Чулана и Пола и убить моего Чулана и Пола еще. А чем ты это говоришь? А чем? Не надо секреты раскрывать. Но. Убери слова Басказана. Все, убираем слова Басказана. Все, все, да, да. Реакция. Полностью исправляем контракт. Серьезный. Ну, да. У нас тут это... Никаких званий. Небольшие технические неполадки. У нас небольшие... Пускер заболел. Мы прерываемся. Ломается. На неопределенный срок. Пока не пофиксим Зандер. Не, серьезно, как вы, блин, это плохо. Мне нужно собраться. А вы не любите. Тише. Ну, напишите окей. Я не знаю, что где там будет. Напиши просто битва Казам. Играй Казам, он. Лабара, кулабара. Черт. Ну, короче. Да. То есть вот этот бой не считался. К чему этот? Ну конечно нет. Все. Это же бред был. Ну, это был бред. Так не стоил. Бакс. Неплохое слово. Ну, я не знаю, как. Ну сейчас 0-0 в общем. Все. Да, да. Давай, фу, Казама, Мирор. Фу, Казама, Мирор. Но тут уже ничего не сделаешь. Ну, мне кажется, если ты возьмешь фу, это еще усугубит ситуацию. Не-не-не-не-не. Все нормально. Это будет, ну, типа делать b3, но не делать ничего после этого. b3 просто так. О, ну. Только людей из Текина не прогоняй. Вот, не собирался. Наоборот же. Не, вы, короче, вы можете нормально, серьезно же сыграть, да? Все в порядке? Ну, у вас да, у всех все в порядке? Вообще все нормально. Все нормально. Отлично. Отлично. Хорошо. Играем супер серьезно. Осторожно. Да, да, да. Не, посерьезнее. Да, так, да, ну, да. Как бы ради этого и собрались. Ну, ну. Ну, ради чуть-чуть. Все. Надо было тоже заску начинать как-то Зандер. А-а-а. На контрпит. Чтобы прям вообще. Ну. Ничего не сделать было. Это два. А чё, кроме сессии посмотреть негде? Не. Потом купишь на DVD. Оу, видал? FF2, а потом поп. Еще будет. Вот это бест было.
запоминать, что... Адаптация. Нет, серьезно. Дебаги, стена, все. Три. Выйти! И не уйти. Вообще никак. Ну это было неплохо. Во, было. Эй, два сколько по фейлам? 17. Минус смерть. А тот 20. Купкик 20? Да. Аппликатор, КХ, все, да, все, да, Зандер убивает. Да, все, 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 все. Адаптация, да. Все, сайдстеп. О, видал? Да, адаптация. О, я не знал, что это комбит. Нет, это не комбит, это потому что он делал опять конкан. А, волты, между стрингами. Не слышал. Чё себе комба? Ну. Не стоит аджастменты такие делать? Да, тихо, потише. Так. Сейчас. Б4, 3, 2, 1, Б-стринг, но был, не было помешано дерьмо. Ну, все меды в хит. Это, да, запанишил по-свойски, подарковски. О-о-о, кан-кан перебил кан-кан. Тр-хит. Неплохо. Что будет? Какой вейк? Ну, это дарк вейк. Кан-кан перебил кан-кан, это было бест. Адаптация, все, фри. Вот оно. Вот это я понимаю. Даунлоуд каплетит. Да. Паниш. Полная два, видимо. Нежданно, негаданно. Да, да. Кизитейшн. Бум, паниш. Бротер паниш. Ну. Зандер же. Ну да, да. Матчап. Наигранный. Пока слишком много локаторов, стоило бы, наверное, как-то немного поразнообразить игру. Оу! Прочитал локатор, вот да. Сделал кан-кан, бест, лучший игрок. Сам где разнообразил игру. Адаптация. Тут тоже у нас, тут тоже у нас, да. С этой стороны тоже все неплохо. Так, такие вейки, но бест вейки, F2. Транкет стайл. Воу, три. Дженерик 4 в 4, это было неплохо. И полный стрим. Ну, зря Зандер не ловил так, а это был очевидный так. Сейчас за Кизэми. Ну, Кизэми от Дарка. Ну, вообще, давно пора свалить. Давно пора было свалить. Вот сейчас вот. Камбы видели? Жестко. Опа! Б1. Попа кан-кан в концу анимации. Так, нужно быть пособраннее. Зандеру не стоит отдавать, по сути, свой. О, какой паниш, Б3. Он его... Вот сейчас не нужно особо увлекаться лежанием. Гарантия. Если не эскейп от стан. Оп! Оу, не было аджастмента, можно было забаундить, D2, например. Ох, я отзади. Остановиться. Еще в хит подлетел, бест. Кан-кан пытался вставить Зандер, но... О, броски. Опять. С двойки. Опять грэб броски. Каждый раз. На вейке. Ой-ой. Нужно... Ну, да. Вот, очевидно. Очевидно, и проиграл из-за этого, да. Зря. Его остаться. Паниш. Был вроде паниш, но запорол. Стаймин прогадал. Да. Так, что дальше? Лекатор. Лекатор, да, ну. Комбы. Комбы, да. Опять. Оптимальные комбы, да. Опять. С таймингом что-то не то. Воу! Воу! Так уже второй раз за. Конфермы. За это ХТ попадает в ласки. Да? Меняться пора, нет. Меняться, да, да. Меняться. Что-то за Зандер вообще забывает очень часто. И пропускает эти моменты, когда нужно вот так. Опять ну, назовем это панишем, но не особо. Вейк. И опять вейк. Чисто. Окей. Оп. Неплохо. Вот уже двойки, да. Так, ну хорошо, что не F2. Хотя всякое бывает. Ну нужно было правильно. Ну что что это такое? Что за выживание там? На грани. О-о-о-о-о-о. И вот сейчас. По хита достаточно. Было очевидно, так? Можно было выиграть. Welcome to the future.
нужен. Yes. Не, ну, ничего не сделаешь. Это было водитель? Хорошо. Это, ну, было, это серьезно. Водитель ведет. Он реально, он рулит. В клатче забрал. Ну. Реально в клатче протащил. Можно было, конечно, еще лучше выступить, но как бы... Да, уже лучше. Ну да, да. Да ладно. Предел совершенства. Ну, ребят, у нас все хорошо. У нас все не в жопу улетает. Что это значит? Не фри. Ну, пока... Короче, не обращать, наверное, внимания на это, потому что не совсем ясно. Можно разжечь только костер, не стоит. Да, да, да. Зря. Может быть, это восприняться как... Ну, ладно, я пошел. Ну, или там... Да. В этом духе, так что не стоит. Не стоит. Опа! Да. Что-то там все слишком сильно. Да, не серьезно. Не заморачивайся, играем. У нас серьезно. Ну, да. Бизнес серьезен. Мы подписали. Какая арена Казам? Арена Казам, быстро. Арена Казам, не знаю, чайный, да? Нет. Без стен, батрел, дай. Не, подожди. А, арена же есть в Джун. Анном. А, точно есть, да. Почему не рандом? Почему все так плохо? Потому что тематические бои. Но. Не, ну тематически сколько угодно, но это же рамки определенные, не? А, окей, окей. Надо было сказать. Всегда Париж. Вот. Всегда Париж уже не сегодня. А, вот так, да. Ну арены с Германии нету. Так, есть. Есть? А, ну та Германия надо. Ну там, где собака на там лошади, все такое. Воу-воу-воу. Бахизла арена, да. Воу. Опа! Стринг ДФ 1-3, все, влетает. Оу, на Вифе в грибосике. 1 плюс 2. И... Фу, комбо. Ну вот, вот. Ну да. Очевидно и так. Странно, странно, да. Чуть. С тагами вообще ситуация плохая, причем в обоих случаях. То есть как встречать, так и уходить. Да, да. Вот да, сейчас да. Нам уже, ну, забывает как бы. Забывает по всем. Да, и сейчас себе сделал локи, и класс. Там выйти же можно в Канкан или там в Берри, еще что-нибудь. Дроп комбы, похоже. Мисклик. Да, это было плохо. Оу, на Вифе забрать? Ну, на реакцию. Ничего молодец, себе. Молодец. Дарк молодец. Закапли. Да, дакает, дакает дебаги тоже на реакцию. Ну да, паниш. Так краша через грэп, это по классике. Многие так через делают. Двойки. Пятый раз подряд. Да, и так 20 раз. Да. Ну, вот этот F2 был лишним, понятно. А я опять не встретил зондер так. Был заблочен на B3. Грэп, локи. Оу, зря, зря. Уже можно было бы это прочитать, потому что Таркас не первый раз делает. С другой стороны, почему нет, как всегда, без паниша F2. Ну, да. Ну и как всегда вейкается Hold F, как бы это, я думал, все тупо знают, но ладно. Видимо, нет. Контрхит. Full комбо, да. Оп, опять F2 этот, который хрен пойми. Типа вроде бы как бы поймать, но что? Кого? F4 в B3. Все сетапы там, да, уже. Все. Все серьезно. О, VS 1 плюс 2. О, так новые мувы появляются в списке Зандера. Не, ну это неплохо. Ну, как опять бы. Бросок опять бросок двойки. Опять бросок двойки. Каждый раз бросок двойки. Каждый раз бросок двойки. Да. О, только с двойки. Ну. FF3. Странный такой контроль, что ли, типа спейсинг, или как это назвать. Ну, в общем, Зандер вроде подходит, но... Стэр-степинг. Он типа... Это интимидейшн. Никак не поддерживает это мун, а типа... А на кредите чисто. No. На кредитейшн заберет. Вот Вифа это так очень жестко. Вот, да, вот. Типа очень жестко. Нужно как-то. Воу! Опять, который раз уже прошел VS2 грэп. Смерть? Не, а, не, он даже. Супер джагл удар. Явная смерть. Так что. Очевидно. О-о-о. Паник. Бежать надо лафит. Кстати, было видно, что Дарк, что Зандер там приседал, типа, видимо, боясь как раз-таки паниша грэбом. Вот, ну, получил там S4.
И все остальное. Ну, да. Так, ну у нас 1-1. Все. Занят. Ты слишком заадаптировался, не надо. Да. Не. Слишком как-то много каких-то решений. Контрадаптация скоро. Ну, как бы не без этого. Ну, не без этого. Каждый раз. Эксперт. Грамма заинвайтил. Зайти что? Стандартно. Не, ну надо заходить. Думаешь? Но. Не каждый же раз. Микса поделать тоже. Комментаторы спят. Ага. А я подбадриваю Зандера, чтобы порвал тебе пукан. Пишет тебе что-то? Воу. Не, я ему написал, чтобы он типа... Ничего себе. Очевидно. Комментаторы подсказывают. Его бесит. Участников, как это? Его бесит бред, который он устроил, короче, вообще. Ты какой бред? Ты типа... Короче, ты его бесишь, он тебя убьет. Все. Вот ты понимаешь? Да я вот... Чего тебе? Ну, зато квартиру убрал. Вот это да. Что будет нам? Думаешь? Ну? Завтра. Ага. Сейчас, завтра, сегодня. Фьючер. Welcome, да. Начало с Кинкана. Чего нет? Че, реакцию присел? Да. Не-не-не, угадал. Слишком да. О, бест, бест токен. Бест, да. На манер, на манер много. Планишь. На манер много. Блин. Все. Все ошибки на местах. Что с тагами, что с... Оу, опять такие громадные вифы. Оу! Тишина, нет. Эй, бест. Вот. Недолго думая. О! Слишком. В принципе, там даже комедий не вариант, тут стринг. Ну. И еще стринг. Стринг теории. И еще стринг, и слишком много стринга. А? Окей. Слишком легко. Ведется Зондерман. Да. Какие-то поки там сразу вставляет канкан, там что-нибудь в этом духе. Нужно быть попроще. О, уже начинает более активно вставать. Это прогресс. Кататься? Ну, да, хотя бы. Это комба, реально. Это не что-то там. Ну, кстати, ну, похоже. Форс. Опа. Воу. У нас... Воу, атаки пошли. Пошли атаки. Воу, прочитан. Хорошо, все, бест, стрит. Кстати, Зандер реально, ну, то есть там, я еще помните, там, в каком-то ФТ он играл с каким-то этим, еще один. Осторожным. И он реально, типа, эту стойку, он ее, короче, знает, что перебивать можно. И тагнулся, и обратили внимание? Да, он, да, с рейджем. Все, как бы, все. Это... Да, пару игр собрался. Хорошо. Локатор бодрит локатор. Опа! Реверсал? Эрик, который пользуется Зандер. Не узнаю. Ну, с его слот. Ланч поменьше будет. Не стоит. О. Всё.
Ну, блин, ну просто вифы. Вифы, да, я реально, ну как бы. Причем с обоих сторон там, типа, эти, да. Причем, знаете, это всегда напоминает про Launch Punisher B3. И как-то да. Не, ну просто это. Ну, опять да. Лучшая стринга. Ну как бы кто бы спорил. Каждый раз сидит. Кстати, там нельзя, там, типа, как сказать, джейли, типа там нельзя реверсал ногу последнюю. Скорее всего, можно. А там же лоб, потом другой будет. А. Который с арканом. Миксап. Он зандер сидит. Вот сейчас не сидит. Не знаю, странно. Может, миксап. О, присел. Во, во. Не, ну и это слишком не аджаст. Сделать. Слишком аджастнут. И все, эскейп бросков на двойку. Слишком. Что-то комбы какие-то. Сэндвичи. Сэндвичи, да. Не надо. Не надо, не надо. Сила есть, не надо, не надо. Бум. Ну же без экизами. Ну, почему вот? Ну, понятно, что там... Сейчас жизнь, жизнь. А. Жизнь, жизнь. А, что это было? Лол. Ну. О, у него бабочка. О. Улетела. Чё? Улетела. Бабочка в трусах была. Ничего себе. Улетела. Всё? Символично. Из трусов. Ну. Как типа больно в поке. Потому что она старая, чише. Блин, что может посоветовать Зандеру? Я ему напишу. Посоветовать Зандеру? Панишить. B3 и F2. Двойку рвать. Хотя бы. И броски, да, всегда двойку нажимать. Потом, конечно, возможно, будет миксап, но его не будет. Скорее всего, не будет, да. Да, да, не будет. Вот это прям три такие гарантированные советы. Вот с панишем так точно. Тем более, просто его два нажал. Так говорит, будет это просто. Опять же, зандеры. Что, думаешь, не просто? Не, ну, в офлайне может быть. А-а-а. Тут один фрейм лак и все уже. Ну, и да, полетел, да. Тебя запанишь за это же. Этим же. Но тоже не станут, потому что онлайн. Потому что, да. Сюда. Фрейм лак. Как бы, да. Майндгеймы такие. Лаговые. Ну, знаешь, ну, как бы сейчас не пропустил, читая это еще. Совет. Ну, вот сюда. О, Олег. Как-то поразнообразнее надо заигрывать. Да. Вот. Ну и там тегатс, все такое. Тегатс не стоит. Думаешь? Ну что-то как. Не, ну в соло тогда надо играть. Вот. Соласка. Сила. Ну. Лежит счет. Ага. Позволяет камбэки делать еще. Туда и сюда. Самое начало. Ну. Первый сезон. Сильно не адаптируйся. Да, я там немного отвлекся, попытался как-то подбодрить. Надо объяснить его слабости. Все посмотрим. Может быть, какие-то адаски. Так. Снова, да, save string. И опять сидит Зандер, который раз. Который раз. Все, каждый раз. Не каждый. Пол жизни всего лишь ушло. Вот он делал то, что он хотел, короче. О! Запанишил 100 продолжения, но стоит ли оно того? Да не, ну блин, видишь, стринг слишком сильный. Не надо. Ну вообще, да. Вот Зандер тебя этим не бьет. Вот именно. Вот. Я даже не знаю, что бы я делал, кстати, если бы меня этим бьет. Реально. Не, ну тебе было. Я бы не сидел, наверное. Тебе было бы сложнее, короче. Мне было бы явно сложнее. Ну, ты все-таки первый день играешь персонажем. О-о-о. Я не беру. Ты че? Дроп 2-1, короче. Пожал неправильно. О! Ничего себе, на реакцию. Ну это да. Ну, хватит лежать. Двойка. Да.
Ванишь. Ну, да. Ну, Зандер. Ваниш и... Это был Ваниш. Хотя бы, я не знаю, ну серьезно, хотя бы Джебан. Ну да, хоть как-нибудь. Там будет. Чтобы не было такого, что блок постоял. Ощущение, что можно просто так F2, блядь. Во. А, так, 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 так. Вот уже не дакает, это уже хорошо. А... Воу, миксап. Дебаг, да, понятное дело. Ну, джеб. Ой. Джеб. Двойка, ТБ. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ура. Оу, закрасывался. Убьет, я думаю. Все, убьет. А, не, не убьет. Здесь мисс какого-то хера приезжал в Руму. Поддержать. Ну, да, не в лучшей ситуации. Но вот сейчас можно так прям камбэкнуться, неплохо. Оу, так. Ничего себе. Паниш! Оу! Ну, как бы вообще. Можно было использовать, во-первых, для тага эту ситуацию, во-вторых. Да и по сейфове лоу можно было сделать, если лоу хотел. Там жизни мало было. Как это не стоит. Не лучший вариант. Особенно с учетом того, что его дакают, как бы. Причем на реакцию. Да. В таких случаях. Какой-нибудь быстрый бы сделал лоу, да и все. О, вот нашел эту стрингу. Тоже есть такой стринг, это неплохо. Вспомнил. Не, нельзя, край страты. Ну, кстати, да. Ваниш. Вот опять двойка. Что какие-то двойка. Ну что? Что за вейк? И двойка. Двойка поживи. Да, бросок двойки самый этот. Самый сильный. Сильный удар в этой игре. Просто ломает. Типа двойка это MVP этого боя. Да, двойка MVP. Какой-то ад. Какой-то. Почему все так? Серьезно, проблема огромная с. Блин, с тагами. Текин так торны, господи. Текин тагайся торнами. Ну, полная же жопа, ну. Ну, почти. Блин. Уж лучше очевидно тагаться, чем не тагаться вообще. Думаешь, он не знает? Я знаю. Возможно, не заметил. На самом деле, там проблемы побольше, чем с бросками. Ну, понятное дело, да. Фундаментальные. Ты просто вот стрингом и броском зашлюшил. Как обычно. Да. Так, ну, бывает. Кстати, да. Думаешь, солидную игру показываешь? Ну, не знаю, скажите мне. Нет. Да, конечно. Ну... Стыдно? Выйди на улицу. Проветриться. Я по-другому не умею, хватит. Кстати, да. Если бы я умел, я бы делал. Да. Ну... Ну... Не знаю. Ну так-то мы вроде обсуждаем, да? Там, я не знаю, что бы такого. Заполнить эфир, рассказать что-нибудь. Интересные. Интересные истории. Не, ну, вот Адриана. Привет передаю. Да. Интересные истории. Привет. Нужно, конечно, да, как-то попробовать что-то придумать. Против. Ну да, опять начинаю Зандер с ДФ. Но это теперь приносит плоды. И заканчивать опять лоу, всегда лоу. Ну да, в обеспечении всегда лоу. Зандер делает. О-о-о, F2 ударил F3 и друг друга. Да. Запоры. Оп. F2 нету, паниша, и со стороны. Снова двойка. Со стороны драйк. Драки. Да. Дарка, драки. Ну да, снова мы полежим, чтобы... Двойка.
Ну. Камбэк, камбэк! Да, да, да. Ну, аджестмент. Такого не видел еще. Странно, она вифнула на то. Локатор должен быть. Кан-кан. В принципе, все мы бест. Ну, снова, да? Опа! Ну, убить. Убить как бы тут уже вообще без вариантов. Хорошо. Все. Дропов не было. 1-1 по раундам. Б3. Ну, снова стринг. Нужно с ним быть поаккуратнее. Вот уже это и происходит. Хотя бы блоки просто стоим. Дарк, не панишь. Что, решил как зендер, да? Оу! Я там готовлю супер сетап, там, короче, 1-1 и потом F2. Опа! О, странно, этот... О, мид! Ну, нет. Все, забейтил тебя. Да все, уже. Пошли камбэки, ничего не делать. Пошли. Спину лекатор. Прикольно. Тот чёрт, который убегал, оттолкнул, короче, не сделал паунт, поэтому... Став такой, типа, если ты глупо встанешь, быстро. Да, в который раз уже Зандер такое ощущение, что нашел точку, куда канкан вставлять, но мне кажется, это фейк, конечно. Не всегда. Да. Воу-воу-воу. Вспомнил про B1, но на самом деле он еще медленнее, чем дебаг. И, наверное, из разряда не стоит. Ну опять, ну хорошо же тут был аджастмент. И мид на стене. Плохо. Снова традиционный бросок. Тут рискованные вейки такие, тагов нет, и сейчас будет. Ну, хорошо, что так. Воу! Вот прям это панич. Бить. Да, стена кривая. Дебаг! Не так и дарк. Б4. Странно. Дарк пойдем не видит. Помню. Флепантера. Полная версия. Дарк. В4 что-то размах. Б4, Д4. Понеслось. Что-то как-то слишком. Сапа. Слишком. Да, так, был сумбурный. Опа, канкан. Канкан, походу, июня. Ну да, бест джаглы. Все бест. На что-то там... Что-то, да, непонятное дело. Что-то пытается придумать, может покать просто через Б4, но... Ну да, и смерть. Единица! Единица! Воу! Execution! Смерть единицы, это... Ну. Дело такое. Не, ну что тут слишком лид. 4-1, не надо. На самом деле не надо, серьезно. Оно того... Стандартный 5-1 сейчас. Поэтому надо ФТ-30 делать. Зачем? А, ФТ-5-2 же было, точно. Ну, ФТ-30 просто, он бы садаптировался, точно. Он уже начал там что-то делать. Вот, ну, вот, местами он тебя контрит канканом там. И ну. Что он еще такого особого делает? Под конец, в основном у него стал там... рвать двойку. Думаешь, стал бы? Стал бы. Я в него верю. Много там... косяков таких прям жестокие косяки, подоконники из разряда не стоит. Что-то занят, просто только контрхит лаунчера делает и этот дебаг и все. Да. То есть мало активных действий, гуманно в основном. Тот же там B4, который там в конце пытался сделать хороший же удар. Он побеждает, когда начинает там всякие миксить, какие-то лоу, какие-то стринги там, вот. Что-то начинает делать, когда у стены начинает что-то делать. Не, ну, собственно, если как бы поактивнее, ну,
там да. атаковать, то да, уже там Дарт начинает там что-то париться и пропускать там что-то делать. Ну, Канкан не влезает в это. Любимая карта еще, когда. Да, неплохо. Вот тот так прям вроде неплохо походил туда-сюда, но в блок. Так, вот вообще была ситуация уже там давно, когда нужно тагнуться вот, было. Да, пора уже, когда он есть. Дауна и там... Ну а теперь мы будем, да, насасывать, еще может умрем. А, еще и вейкнемся. Ууу, все. Бэт. Бэт. Решение от бога просто. Нужно как-то... Я не знаю, серьезно. Нужно иначе все это делать. Если не в очевидных местах, то хоть в каких-нибудь. Ну да, оу, бам, бам! Ладно, не было. Не ожидал, похоже, Зандер. Тут в один канкан. По классе. Так. Вот, нужно. Ну вот дакать под типа двумя единицами, это да. Себе дороже на самом деле. Оу! Ну да, 2-1 не стоило на стене делать, потому что. На стене, вейк неудачный, похоже с даком, или с мувом. Спайк, еще себе, так и займи. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Опасно. Бейт-то крашит, нет? Ой-ой, ну да, конечно, давай. Подождем для очевидного тага, его сделаем еще и... Ну, что вот это такое? Поставьте. Вот как бы... типа тащить, короче, а потом сливаться просто потому что класс. Просто чтобы было. Лежать там. Реакции зашел. А потом тагаться еще так, чтобы тебя зал паниш вообще слить. Паниш, вот так. Загнуться. Пора давно. Вот сейчас вместе с чуваком. Ну блин, ну! Тади где? Вот так, короче. Ладно. Отъехали от дел. Идем дальше. Опять стрим. Да. Дебай. Да, вот полежать, чтоб. Да. Вот сейчас шанс. Ну. Да. А сейчас странным образом тагнулся, я пойму зачем. То есть надо как-то соответствовать вроде. Пиф. Ну, да, на четвертый ДБ-3 была реакция хопки. Сейчас не допустить бы глупые ошибки, но даже без нее, в принципе, похоже... Интенс? Нет, да. Не было никакого лаунчера. Ничего такого. Split solid play. Дарку пока еще не пришлось ни разу использовать бластер. Напомнил зря. Что как бы намекает на серьезность ситуации. С Казан же в апу лежачего он попадает. Ну. Можно же всегда фритегаться. Как бы. F2 у Аски всегда попадает. Вот у Аски, да. А че у Джун нет? У Джун нет. А, если... кстати, ты говорил, ты, по-моему, перепутал. Что-то у Джун, кажется, нет, короче. У Джун короче, кажется, чем, два, чем у Аски. Нет, уверен? Точно? Уверен. Совсем уверен? Проверено было, да. Оу, драма тоже. Не, не будет точно. Он всякое еще бы возьмет, как минимум. Ну, вообще стоило бы, потому что... Да. Потому что стоило бы. И потому что... Ну, хрен его. Ну, блин, вот по идее, ну, на мой взгляд, брать вот эти глупые проблемы с тагом, абсолютно мне неясное решение с тагом.
и в принципе уже будет в разы лучше. Быть поактивнее, рвать двойку и делать броски тоже. Выживать проще будет в разы. Чем, ну, да. Так. И полежашки вот эти там, погрипосики на граунде непонятно, никому не нужны. Ну, особенно с учетом того, что никаких ресетов, ни хрена, ударка нет. Чего бояться? А вдруг? А вдруг? А, да, да, да. Я их оставляю, когда они мне понадобятся. На потом. Да. Так-то что тратить? О, арена другая, ничего себе. Зря. Или это адаптация, наоборот? Для пампера хит. Вот без стен, кстати, зря. Зандер-то у стены больше всего дамаг наносит. На стринг, вот этот, я не знаю, какой его инпут, на этот стринг, короче, B4 почему-то потом знает, реагирует. Типа, ага. Попытка перебить следующий стринг, но как-то это странно. Фри. Вот. То, что стоило сделать Зандеру в первом бою, чтобы было поинтереснее. Ну так и вообще теперь непонятно. Просто везде. Вот можно было бы тегнуться. А, вот так вот. Забуферить 5, а не потом выйти. Ну ладно, ну хотя бы так. Уже что-то. Ну да. Вот не остался там дальше прыть. Все-таки понимает. Трейд с однерками было неплохо. И локаторы, да. И хоминг еще использовать. Давай. Хоминг стоило бы использовать. Срочно F4. Потому что он хороший, потому что он ни разу не стейпл. Быстрый. Ну, что там плюс. И потом стрингу. Ну он знает. Оу. Это вообще есть комбо, там баунс делать? Да, да, да. Там сразу этот локатор. Воу. Таким так ту. Что-то Зандер просто стоит. Ну да, он или может не играет. Отошел. Не-не, играет. Ну, как бы избивай его за то, что он лежит, потому что ну так бы хватит. Ну мочь телефон. Да не. Майнгеймы. Эго Йоми, да. Ну, ни одного паниш, но. Ни на F2, ни на B3. Ну на B3, ладно, я понимаю, почему. Невозможно. Не, ну Зандер же говорит, F2 всегда нажимаешь за казаму, фри. Так-то это F2. Фри. F2. В теории это да. Крутит локацию, вот, но это да. Не стоит. Не стоит. Из разряда не стоит. Все в хит, стринг, тагнуться. Вот сейчас тагаться не будет. Ну да. Да. Ну и да, вот сейчас вот так. Сейчас F2 так вот класс. Да, это было. Лучшие решения. Так, и. Ну да, и конечно, вейк через. Но. Супер. 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 Что там место Зандер? Зачем? Что ты знаешь, чего ты не знаешь просто. Думаешь? Ну, скорее всего. Но. Хотя да, он-то эксперт персонажа, не я. Вот. Ну, да, согласен. Знает, конечно, наверное. Побольше твоего. Я да, я тоже так думаю. Но. На том, что там. Не в этом плюс случае. Плюс 9 хит. Да, не в этом случае. Так, надо нажать. Где плюс 9? На D2? На D2, да. Ничего себе. Надо жать срочно. Ну, давайте как-то, что ли. Потому что все равно потом будет, наверное, смотреть. Ну. Подскажите что-нибудь, не знаю. Активнее быть. Ну, активней, но, например, броски будет, делать. Ты будешь ему канканы делать, например. Нет? Ну, делать какие-нибудь ловы более невидимые, быстрые, поки, лоу-поки. И типа. Ну да, там DB3, там плюс 3 на нем. Вот, всяким джуням делать всякие стойки, всякое дерьмо делать. Да. Ну, окей, я надеюсь, он услышит это. Как-то очень мало опций использую за них. Да, мало опций. Там всякое стараться в контрхит ловить меня всякими коленями, там всяким говном.
А в Counter-Hit он так старается, но вот, кроме этого, ничего не делает. Да, сейчас это и старается делать, по сути. Ну, он знает свои силы. Ну... Арена со стенами забирать, убивать. Ну да, там... В основном две стены. Ну, уже там перестал сидеть каждый раз на той стенге. Ну да, хотя бы. Да-да. Не, ну, хоминг поюзать, почему нет? Ну, никто не стэпит из нас. Все равно плюс на блоке. Ну, только для этого, да. Если там как-то хитро что-то делать после этого. Просто там обычные поки, там типа Dave 1. Вот, Dave 4 был, да. Почему вы не используете его чаще? Да-да-да-да. Да, согласен. Ну, вот опять он пытался B4 пропихнуть. Вейков не будет, я так подозреваю. Можно вот так да. Полежать. Так вот делать. Ну и да. Кончилось все печально. Паниш дождался. Ну, если бы не далеко, то. Не-не-не, ну потише блок. Там блок будем драться. Кстати, да. Не надо. Надо был. Нет, не убьет. А стоило бы. Да. А, ну ладно, действительно. Блоки потише. Вот можно было бы тегнуться, кстати. Но... Ну да, но теперь мы умрем, просто теперь вот да, так. Все. Да. 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 Так вот из этого и состоит вся игра. Одному лайфбара мало. Нужно два. Только в одном. Опять лекаторы только. Ну да. То есть. Ну и опять лежим. Никаких адаптаций. Никаких. Странный так краш, может полежать, наоборот, надо было. Ну, вроде после этого и жагал, но... Окей. О-о-о, какой туда. Какая-то мапа. Ну, там, похоже, Дарк или докролился, или квикстендился. Вот ты присел, ну, панишь ты где? Что это? Ну, вот именно. О-о-о, D3. Лучший лут, да, D3. Зачем его вообще делать? Не, ну, хотя бы там... А, стильный хитя, а D4 там, вот он тоже такой же по кадру. Но ноль. Он, кстати, делал со стойки-то, был щит. И опять стойку делал. Вроде как похоже на... Вот, то, вот что... реально, да, похоже, что надо было зацепить. С каждым боем потихоньку там 1-2 мува. Короче, это я. Понемногу реально прибавляю, то есть там DF4, там что-то там вспоминал какие-то местами. Какие-то, да, мувы все-таки появляются. Ну, конечно, он типа это ему особо не помогло, но это уже дело другое. Если бы типа все в одном флаконе, все и сразу, то может да, может был бы другой эффект. Слишком таги. Таги, да, губят вообще игру. И вейкап. Задаптируется, не сдастся. Скорее всего. Думаешь? Ну. Не, ну ты не пора уже, правда. Я думаю, что не сейчас, но потом, возможно. Типа на там 9, когда будет, там, начнут камбэк. Мне кажется, надо со всеми Казама-плеерами и в Т-10 сыграть. О, лучшая идея. Вот мне тоже кажется. ПТ Казама. Да, да. Казама Торнами. Ну. Питать все силы всех Казам. Забрать все страты. Ну. Я уже начну забывать страты первую. Делать канкан. К концу-то там. 13 Казам. Get ready for the next battle. Так. Так. Что там? Прям как-то сообщаешь, что Зендер переводится с английского судак.
Что-то я не слышал о таком. Так-то да. Хороший рыб. Так. Bad string. Bad string. Ну, уже нету дак вообще. Это да, хорошо. О, третий легко. Дум-дум-дум. Странное решение с 20 фреймом хоп-хитом. Ну, типа разводка там. Ну типа, да, но типа... Ну да, зачем? Что-то другое можно было. Да. Ой, SS4, видели, видели? Мувы-то прибавляются. Тихонько, да. Неплохо, неплохо. Опа. Во. Опа. Вот. Каждый раз он, кстати, делает одно и то же после Домбэк 3. Ну да, но... Ну вот дак непонятный зачем пропустил. Ну и вот этот типа как. Ну вот так, ну да что? Что? Да, он еще такой ощущение специально подождал, чтобы прошел. Ну это был ад какой-то. Потом тагнулся, попозже. Класс. Вот и дал при тагнуть. Да. Уже бы страхал, что... Ну, спайк. 5, 7, 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 Да, и как бы F4 я еще не видел ни одного, и вообще пока что с этим тяжело. Про DF4 забыл. Вообще, с мувами напряженка. Напряженка. С SS2, кстати. И с вейками напряженка. И вот это что за... Воу-воу-воу-воу, вспомнил удар. Вспомнил, да, нокдаун еще, да, подсказал Дарку. Но вообще... Воу-воу-воу-воу. Развел. Плохо, надо так. Странно, 1 плюс 4 как-то не навелся. Банан. Ну опять, да, сейчас так и умрет. Почему ж не полежал? Странно. Вот, SS2 первый, по-моему. SS2. Опа! Ну это уже было. Там, когда, правда, в блок. И конкурс. О, миксапы. 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 Да, пропуск, пропуск, пропуск. Хоп-кик. Кстати, этот DF3 тоже. DF3 же тоже хороший. DF3? Не слышал. Да, да. Ты только что его сделал. Не, я делал D3, я не знаю, что такое DF3. Случайно что-то. Ну, короче. Своего чара не знает. Не, а. Не, ну на D3 там минус. Моего чара не знает. Да тут это, сплошняком проблем много. Очень много проблем. Это прям аж... Да. Ну, короче, эти FT10, они должны быть все мирроры, и это будет называться что-нибудь там Level Up Series, там что-нибудь, что-нибудь. И каждый раз советы будут давать там всякое такое. Ну, стоил. Как? Не-не-не. Против Казам постримил все. А, ну, это отдельные сирисы, а это будет еще. Ну, тут просто есть нюанс, что должен быть еще какой-то скилл там, типа, где-то. Че, в смысле, у кого? Ну, чтобы было, ну, когда играли, там, чтобы было что объяснять, а не... Как не жопа полная. Не, в смысле, совсем ты на каким-нибудь обезумевшим. Ну хотя всем можно что-то, но знаешь. Да. Так что стоит. Ну вон там какие-нибудь Брайны будут, Костогрыз против другого Брайна. Ну, так пока слишком. Не, ну так просто да, еще Казама есть, все играют Казама, Казама, а остальные не все играют. Ну, типа соло играть там Брайан, вот Брайан там всякие любят. Или там другой персонаж, который любит персонаж. Ну, то да. Ну что, бест идея? Ну да. Ну. Чтоб были люди. Сыграй с инфекта или на битом. Че, че? Хорошо, хорошо. Ну, он выиграет, но ладно. Да, не в этом же дело.
Ну, я понимаю. Левел вообще. Интенс. Но будем надеяться, как бы еще не похороним, наверное, Зандера все-таки. Ну да. 8-1, может он там что-то еще вспомнит. Оу! B4-2 реверсал, да. Опять джаглы. Да. Дарка. О, а 4-3. Который, кстати, на контрхите. Лаунж. И да, все, конечно. И... ну да, такая уж не спас. Ну, хватит, вот. А, да. Это Аскинг, кстати. Ну да. Он так и говорил. Типа Аскинг не попадает по лежащему, не всегда. А, не-не, он наоборот говорил. Да. Вот, я говорю, перепутал. А. Аскинг не попадает? Или потому что там другом будет? Ну, Зандер пытается, похоже, делать то же, что Дарк, что ли, или как это выглядит? Вот, наконец, да, Хоминг и Контерхит, что-то там. Но он делает 4? Ну, да, он делает 4, делал... потом B4. 4, B4, да. Воу, что там? Воу. Ну, раньше нельзя было так делать, не знаю. Не стоит, почему? Так, у Дарка нет вейков. Лодки не пикают. Вставать пора давно, панишить пора давно, F2. Хотя бы 2-1, ну, чем-нибудь. Потому что, ну, это реально кал. Стоит так. Вот это, вот это главное панишить. Да, хотя бы хоть клик постоянно панишить, ну, блин. О, опять он решил лезть в стринг, что как бы не стоит. Ну вот, да. Ну. Да. Ну нахрен, доводить до такого. Это вообще непонятные разводки от Зандера, типа F2, потом SS2, в общем, на что это? Ну, это ж как такой один из скриптов, что ли, так сказать. Ну, типа, рабочих. Но вот сейчас он. Ну, сейчас главное не влезать и дождаться уже конца. Кто бы сейчас полез там, нажрал бы там. Ну. Просто вперед дышится. Ну так-то да, но. Ну серьезно, ну что это такое? Что это такое? Тоже не знаю. Даже не знаю. Вот зачем играть с тобой? Ну, может, в этом есть какой-то смысл. Ну, я не знаю, но какой-то. Ну, серьезно. Надо, кстати, Дарку было. Ой, Дарку, поэтому Зандеру сказать, что ты только на двойку рвешь броски. Сказали же. Сказали? Я говорил не раз. А. Теперь Зандер все просто стоит. Ну вообще. Да, я вообще не понимаю игру. Типа что пытаются делать? Да, что хочешь? Что разводки идут вообще? Ну, Forward 3, окей, а для чего? Да. Бам-бам-бам. Ну и сейчас тагнуться под F2 нужно обязательно. О-о-о, да неужели? Типа после нокдауна тагнулся. Ну? И то, скорее всего, это лайф его так заставил сделать. Ну, камбэк? Оу, кэнс. Вау, лучше. Ничего себе, ну... Будет ли какой-нибудь хоккей там? Ну, опять, ну только вот не лезь дальше. Да. Ну... Плавает.
То есть, короче, допустим, если в предыдущем бою было что-то там похоже на то, что может быть что-то, то в этом наоборот все хуже стало. Ну и как бы вот так вот из раза в раз, хер пойми. Кто что-то вспоминает, что-то нормально делает, потом все сводится к спаму Up Forward 3, который ни для чего. Ну, what the fuck вообще? Может как-то более гуманно там все делать для чего-то, с целью, ну, я не знаю. Странно, странно, странно. Понятное дело, что типа ну, Dark типа заставляет играть там ну, как по определенным правилам, но типа все равно до такого докатываться это совсем. Ну да. Жестко. Вот. Ну, я. Ну как, мы видели, что он попробовал там контр-хит ловить, да. Но сейчас я так понял, уже от этой идеи отказался. Но начал еще хуже делать, то есть там непонятные поки, которые ни для чего. Вообще все странно, очень странно. Не знаю. Скорее всего, это все-таки последний бой сейчас будет. Все очень. Новый классический счет. Скажем, беспросветно. То есть. Так-то, если пофиксить вот те проблемы, которые мы уже озвучивали не раз, то да, может быть, но... Не знаю. Ну, не за бой же. Все... Ну да, не за бой это делается, но все равно... Пипец. Очень печально это лицезрит. Хоп-хит. Хоп-перебит. Так, снова стринги, джабы стринги, снова локаторы, локаторы, да. Вот на что. Ну вот, вот, кстати, вот когда это будет происходить, вот уже было так, там, Dark делал хоп-кик. Это как бы нормальная реакция на то, что ты там вифаешь с километра там локатора. И вообще хер пойми, зачем его делать, но. То есть это же была не атака. Ты бы назвал это атакой? Не. Это не атака, это бред. Типа просто машешь локаторами, чтобы плюсы не дает. Чего, зачем вот так просто делать? Ну и где там ДБ-3? Ну вообще да. Ну это все. Вот зачем это? Ну фишка в том, что просто как... на удачу поймать в контрхит. Да не, фишка в том, что только это он и делает. Ну да. Ну типа ладно бы что-то другое, но. Ну вот решение вообще непонятно. Типа, почему там был канкан, я не понял вообще. Вот, с одной стороны, понятно, что типа, там прессил там, но, блин, такое ощущение, что на экран вообще не смотрит. Типа, блин, не знаю. Надо сейчас будет интервью взять после боя. Ну и... Вот. Ну и Тагнус. Единственный консист. Это было Тагнус. Ну да, уже полжизни нет. Можно было спину получить. Я даже могу спрогнозировать, чем кончится это все дерьмо. Во! О, после этого на хите он полез. Да, молодец. Ну не стоит лежать. Не стоит. Ну что. Ну опять да, ВС2. Ну и похоже, да. Заканчивай. Да? Опять был в 2-1 и в этот. Канкан. Не, канкан. Раз 5 уже было так. Короче, интервью надо. Похоже, что это было типа. Ну вот, заставили меня играть, я не хотел, да, поэтому я буду делать говно. Там, да, вот лекаторы это. Ну, в смысле, что. Типа, это он не хотел победить. Действительно, похоже на это. Ну, на самом деле, сейчас скажу. Первые... Игры 3 точно было похоже на Зайдер. Да, да, он там играл. Ну, то есть, когда вот там в этом каньоне, помнишь там? Ну, мне кажется, он просто сдался в какой-то момент. Там, типа, реально он что-то там, ну, реально делал адекватное. Ну, хотя, ну, по меркам его, как бы, игры, да? А позже все в жопу скатилось, ладово. Я сказал, вот. Двойками стал забивать, он решил вот перестать играть. Добавьте Зайнеров. Ты не играл серьезно или что было? Ну как мог, так играл. Нет, ты потом уже начал просто хуйню какую-то делать. Сейчас скажу, первые только три боя мы так примерно прикинули, ты пытался играть, потом жопа полная, борода. Ну еще как бы местами.
конце тоже. Я бы сказал, что вообще как, ну, интересно, что я буду говорить. Интересно мне. Интересно. Как сыграли, так сыграли, все. Ну, сыграли, да. Ну, чего, какого хера? Зачем? Лекаторы, ну, там что-то такое. Из принципа, что ли, там? Типа там я не хотел, у меня заставили там или что-то. Ну, это странно. Да. Самый лучший чар среди казам — это Нина, это мы установили. Ты, бля, я взял казам потом. Че? Ну, все очень странно. Значит, Зандер, а что ты меня удалил еще? Вопрос. Да потому что ты меня постоянно стравливаешь с Хигимом. Мне это надоело. Я этого не хочу. Не, не буду тебя стравливать с Хигимом. Добавляйся, давай. Дружить опять. Надо. Срочно. Теперь Казама плеер там буду спрашивать, советую себе. Во. Ну, всех добавить. Тебе не нужно, и так лучше. Во. Я у тебя буду спрашивать советы. Жили, не можно. Не можно по-нормальному как-то все. Все очень странно себя ведутся, ничего не понимают. Это странно. Серьезно, ты играл все время, пытался, или ты херней страдал? Конкретно, скажи, ну, какие совсем есть. Совсем серьезно, вот, как тебе сказать. Так и скажи, как есть. Серьезно я играю, когда, ну, например, БДЦ делаю. Ты же знаешь, что я его делаю уже, правильно? Делаешь, но здесь не делал ни разу. Вот. Ни разу, Б держал и сосал. Я тоже заметил, что вообще вот во всем ФТ-10 не было ни одного БДЦ с моей стороны. Вот. И? Ну, это вот показатель того, что ты серьезно играл или нет? Зандер, ну, блядь, серьезно. БДЦ бы тебе вообще ничем тут не вообще... Я ничем, знаю, абсолютно. Но для примера я бы мог его поделать. Хотя бы просто так. Воу. Хотя бы, чтобы смениться сейфово, блин. Ну, вот меняться, да. Чем-то вот меняться было вообще сменяться проблема. Сменяться проблема, а на нокдаунах. А, да. Дисграунд тоже. Не на первых нокдаунах, на там третьих. Ты, может быть, заметил просто вот уже ближе к концу, что ты, допустим, какую-нибудь стрингу делаешь, где там какой-нибудь лоу и потом лаунчер. Там тупо можно держать Б и не залаунчить. А меня лаунчило, потому что я просто стою и не держу ничего. Ой, какой ты молодец, блядь, прям вообще, да. Вот, типа, вот специально так держал, потому что, ну, смотрите, вот. Молодец. Ну, короче, это тупо, да. Убили хайп, не стоит так. Это тупо. Сейчас тоже надо мне тоже просто будет постоять. Что-то договоримся? На какой пакт заключим? Играем нормально в ПТ-10. А, не надо. Не надо. Еще раз ты предлагаешь 10 раз сыграть. Опять будет сначала Нина, потом Боб какой-нибудь, а потом это будет называться без Казама, да? Да что, он играл за Аску и за Казама? Первый не считался, потом мы считали заново. 0-0. Я вообще так думал, что с Ниной, потому что я с Ниной комбо типа делал. Не, а почему давайте тогда это называлось Казама? Потому что там было одно это слово вообще. Достаточно. Кое-что выяснил. Понимаешь, это просто у почему у меня такое вообще. Проблемы, что ли, серьезные? Или что происходит? И почему все восприятие какое-то тупорыло у обоих? Типа, собрались в это 10, записали все дела, и типа сейчас в итоге что получается? Ты тупо сказал, что ты не играл. Ну и что это за нахер? Зачем так это играл, делать? Играл. Ну, ты так играл, что я тоже так могу играть сейчас. Вот будем играть, я могу не играть. Ты лучше можешь играть. А, могу там, не могу, какая разница. Ты тоже можешь лучше играть, я знаю. И что ты играл как мешок. А таги твои — это полный ад вообще. Блядь, что за бред? 30 тысяч миллиардов мест, где тагнуться, ты не тагаешься. А потом, очевидно, выходит, чтобы тебя запанишь. Ну это вообще кобзда. Кто так делает? Типа. Тут уже даже не в скилле речь, а просто там даже не скиллованные игроки тагаются лучше. Что это такое? Что это было вообще? И лежать вот это на земле по полчаса. В чем прикол? Типа, местами иногда в игре можно лежать годами, да, там. И смотря с каким оппонентом, но, блин, ну это был рак. Клин, ты что думаешь? Клин, что ты думаешь на этот счет? А, да, надо было панишить все это B3 и F2. Еще. Не знаю. Ну а что? На все же F2 панишь один. Вот таких косяков до хера, реально до хера. Ты панишь у хопки, best. Вот, хопкик, да, всегда. Это круто, но все остальное — это... Потому что ты вначале там пытался. Потому что это. Контрить стрим. Просто панишка надо. Пик у меня уже в рефлексах сидит джуновского этого. Да, я не мог себя остановить и не панишить, да? Ну не
знаю. Не знаю, что-то как-то все странновато. Странновато. Да. Очень. Очень. Местами очень, местами, не знаю. Ну, мы там, в принципе-то, вдоль там понаговорили по делу. Ну да, мы объяснили тебе, как тебе играть, если ты типа. Ну, если тебе не... это надо. Если тебе это надо, если ты это воспримешь нормально, а не так, как сейчас все в штыки, непонятно почему. Да не, в смысле, ну он же. Если бы бэкдэшился, он бы тагался там. Если бы играл, нет, то панчил. Может, а может нет, кто знает. То есть, как бы. Но опять-таки, кто мешал? Что мешало делать? Я сам себя останавливал, чтобы вот, вот так вот. Потому что. Ризут. Все-таки типа позвали на ФТ, типа, ну, как-то там что-то постараться поиграть. А не то, что там обычно рандомно лобби, там что-то там сидим каждый день, это немного не то. Ну уже ладно, все было. Что было, то было. То прошло. Ну, тут, не знаю. И серьезно, витает в воздухе то, что вы друг друга как-то вообще абсолютно не понимаете. Неужели по-нормальному общаться, какой-то бред. То есть там какие-то претензии друг другу там скажите, и все, и нахрен. Какие претензии могут быть к Зандеру? Что-то ничего. Зандер сказал, что ему не нравится, что типа я его с Хиггинфом свожу. С тобой у всех биф. Ты всех бесишь. О, Хидор. Тише. Нет. Ну вот, меня тоже Зандер не пишет. Зандер. Ну, еще бы. Еще бы.